Всем привет, с вами снова Левак Палкан, и сегодня мы будем проходить Кадеса Бандикут Ancient Trilogy. Проходить мы именно будем третью часть. Что ж, напоминаю вам, что в эту субботу, 18 по Москве, у нас принесем сим по Fall Guys Ultimate Knockout. Ну, также подписывайтесь, прошу вас, пожалуйста, лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можешь прижать канал донатом. Все ссылки оставлены в описании. Так, что у нас там? Все путем. Так, два того давно так пошли. Да, да, все что по названием Телнутеллиш. Давай мы будем сейчас за Коко. Сейчас нам Энджин говорит. Ну погнали. Водный тул. Подлевкили. Повешло. Блин, заклевали нас. А здесь давайте именно бандикута. Нет, чтобы это в свою жизнь давать. Это все на общее, ладно. Не буду по этому поводу сильно много возмущаться. Главное не попасть снова на ту чайку. Другим путем я сейчас пошел. Тоже опасная штука. Машку. Чекпоинт взяли. Все, пока я говорю не на камеру, так что дайте здесь не самое главное. Блин, туда бы попасть. Видишь, сколько там жизни уже? Но ладно, пока что пофиг. Не знаю, как туда попасть. Так. Повешло. Так. Там уже чекпоинт. Обязательно его берем. Так, а сложно, чтобы много жизни ты не истратить. Прям всякий ты наш тоже побаивается, она сваливает, потому что там ли не дал ли швырнуть, за что и поплатилось. Ну, кристалл надо обязательно взять. Как бы с него никак. Я не знаю. Делал вот такой вот маневр. Чекпоинт взят. Все-таки зашипило меня. Прошел-то так-то неплохо. Аккуратненько. И первый тур из привычных двух пройден. Посмотрим, что нас идет дальше. Так.
Ладно, что идет то положение полютуры фленджа. Не знаю, что английский. Знаю, что не так оно, скорее всего, читается. Но как-то пофиг. Так. Ну то как-то особо-то не выживает, что он будет легким, но будем постарше. Так, вспомним, что у нас есть. Двойной прыжок. Это фигня. И вовощение. Так. Погнали. Жизнь добыла. Так, осторожно. Давайте ее уничтожим, а потом спокойно подвинемся дальше. Это, конечно, рискнул, но риск оказался успешным. Так. Чекпоинт. Машка. Не попался. Так. Ждем уж. Даже рушок тоже починим. Так. Тут что у нас? Так. Надо было чуть позже поэкономить чекпоинт. Еще одна жизнь у нас. Может, ее оббежим. Там что у нас тут? Так. Погнали. Ну ладно. Если не все потеряно, так что будем пробовать дальше. Вот так сделаем. Вот так вот. Ладно. Что у нас тут? Надо было больше немножко попрыгать. Получилось. Бонус. Чуть я его не попустил. Погнали. Пока ничего сложного в этом будущем нету. Ну тут справился.
Так, надо бонус пройти. А сегодня, да, скорее всего, назову двойное воплощение. Так, я его использую, думаю, будет проклятие на своей силе. Но ничего такого пока экстремального не происходило. Чтобы как-то это выделять, я думаю, двойное воплощение вполне себе подойдет. Небольшой недолет, но пойдем. Это уж можно пойти, тем более жизни нам все нужны. Так что будем походить, что поделать. Типа это бонус проходимый. Я вот так вот сразу. Так. Ох. Ладно, успокоиться и продолжить путь. Но надо же дальше не двойного вообще, а просто уроки двойного вообще, учитывая то, что у меня очень часто не получается использовать его правильно. Так, прыжок, а потом его использую. Попробуем так это все сделать. Да блин! Посмотрим, на сколько же меня хватит. Понятно. Двойной прыжок и вообще не. Я на картинке, между прочим, это даже показано. Ну или так, надо начало и потом уже идти. Все, кажется, я понял суть этого бонуса. Так что будем учиться. Все равно это нам понадобится. В дальнейшем. Ох, наконец-то получилось. И чуть не прыгнул мимо бонуса. Но это того стоило. Этого Лейна стоило. И вы можете спокойной душой дальше сложаться. Чекпоинт. Попробуем.
Килиштау. И такая неловкая ошибка. Повышаем. Давай вот так вот, потому что не будем дышковать. Нужно походу тоже надо использовать это двойное вращение. Будем пытаться. Надеюсь, нам улыбнется Фаутуна. Осталось чуть-чуть. Так, получилось тут. Я сейчас не закрыть вот здесь вот. И все-таки мне это удалось. Но это было неплохо. Тож, на этом все. С вами был Black Falcon. Напоминаю, что вот еще будет 18.00 по Москве у нас стрим по Fall Guys Ultimate Knockout, который мы перенесли. И напоминаю, что это видео ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока.